Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу обновление для Horror Hospital для Minecraft Pocket Edition. Собственно, я выпустил довольно глобальное обновление, в котором я добавил новую атмосферу, а также добавил больше освещения, за счет чего они будут спавниться криперы, скелеты, ну и иногда могут спавниться эндермены, потому что они будут перемещаться в наш мир. Собственно, выходить наружу мне страшно, друзья. Вы видите, что добавилась темнота, это слепота, играю ночью, очень скриптово, могу сказать, что страшно. Ну ладно, друзья, выйти нам придется, я покажу атмосферу. А она сразу меняет весь этот мир Майнкрафта, всю эту карту. Особенно классно выглядит, когда вы установите текстурпак. А правила те же самые, вы не должны бить пациентов, которые заменяют наших зомби. Ну, собственно, мы, друзья, выходим. Фух, ладно. Уже страшно, сразу скажу, что у нас 5 этажей, считая подвал. И на каждом этаже, то есть не на каждом, друзья, из 5 этажей бегают 3 пациента. Это очень страшно будет для вас. Ну ладно, ладно, мы пройдем этот коридор ночью. Мне вправду страшно. Сейчас около 9 часов. Так. А, нет, нет, ёшкин кот, черт побери, зачем так жить, зачем так жить? Фух, все. Не долбись дверь. Ну зачем? Собственно, друзья, я не хочу ничего больше обозревать. Собственно, вы видели новую атмосферу. Проходите эту карту, чертову карту сами. Мне уже страшно. Я уже готов отказаться от своего продукта. Он мне очень страшен. Ну, собственно, друзья, и правда, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. А также эту карту страшную скачивайте в описании.